По инициативе главы региона Даниала Ахметова в области успешно реализуется программа «Одноэтажный Восток». В рамках проекта представители социально уязвимых слоев населения области получили новое жилье. К примеру, по случаю 30-летия независимости Республики Казахстан, ключи от 10 квартир в Абайском районе были вручены нуждающимся людям. Плюс ко всему, в селе Каскабулак Абайского района открылась новая мечеть. В Абайском районе активно реализуется программа «Одноэтажный Восток». В рамках программы представителям социально незащищенных слоев населения были вручены ключи от двухквартирных домов по случаю 30-летия независимости. Стоит отметить, что с начала года в районе ключи от нового жилья получили 32 семьи. Мы стараемся создавать все необходимые условия многодетным, малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сегодня они получили ключи от собственного жилья, и мы за них очень рады. Добавлю, что дома построены качественно из прочных строительных материалов. Безусловно, новые владельцы домов очень рады такому подарку. Больше всех этот день ждали многодетные семьи и матери-одиночки. Агарки Тоғызбаева – одна из тех, кто получил квартиру в новом доме. Женщина воспитывает 3 детей, и на протяжении нескольких лет ей приходилось жить в съемной квартире. Мы стояли в очереди на жилье с 2018 года. И вот сегодня, наконец, я получила ключи от 3-комнатной квартиры. Дома здесь очень красивые, просторные и светлые. В честь 30-летия независимости страны по инициативе акима области Даниала Кенжетаевича многодетные, малообеспеченные семьи, матери-одиночки получили собственное жилье. Спасибо нашему государству за такую возможность. Хорошие новости на этом не заканчиваются. Например, в селе Каскабулак открылась новая мечеть имени Ералы Бабы. По словам местных жителей, мечеть, построенная сельскими жителями, станет для села духовным центром. Я очень рад, что в нашем селе появилась такая вот красивая мечеть. Теперь мы будем надеяться, что в сердцах нашей молодежи всегда будет место для веры и добрых дел. Стоит отметить, что это уже 5-я по счету мечеть, которую открыли в Абайском районе с начала года. Фатима Магзумова, Куаныш Амантайлы, Юнир Нурайканов, Алтай Ахпарат.